Новые побратимские связи. Сегодня состоялся ряд двусторонних встреч руководства города Минска с делегацией Сочи. Опытом обменялись председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров и председатель городского собрания Сочи. Далее глава белорусской столицы Владимир Кухарев провел переговоры с мэром Сочи Алексеем Капайгородским. На заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Краснодарского края состоялась торжественная церемония подписания соглашения об установлении дружеских отношений между Минском и Сочи. Подписание такого соглашения многому обязывает, потому что это большая ответственность. И, естественно, если подписано соглашение о таком уровне отношений, то мы должны очень системно заниматься самыми различными вопросами, не акцентируя там внимание на каких-то конкретных, а весь спектр вопросов, которые должны прорабатываться и решаться, это и бизнес, и транспорт, и медицина, и образование, и другие направления деятельности, поэтому мы готовы работать с нашими коллегами в том формате, который их интересует, и со своей стороны, конечно же, будем вносить предложения по взаимовыгодному сотрудничеству. Сегодня мы понимаем, что наши отрасли, они будут не то что системно работать, они будут даже очень правильно дружить, для того, чтобы выстроить правильную коммуникацию бизнес-сообщества и нашего города, и вашего города. Они достигнут самых добрых, понятных возможностей, чтобы этот правильный политический общественный симбиоз дал добрые, хорошие начинания. Сочи уже 34-й город-побратим Минска. В ходе визита делегация также посетит ведущие предприятия города. Каролина Прокофьева, Александр Мирошниченко, агентство «Минск Новости».